Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, какие самые бюджетные цветы есть? Гвоздики 70 рублей. Так, а после гвоздик что идет? Ромашки, они по 100 рублей. Ромашки есть? Ну, вот такие а ромашки. Никогда ни у кого не видел, только у вас. А как веточка выйдет? Вас не затруднит достать, просто посмотреть, как она вообще? Такие сколько? Ну, их надо добавлять к чему-то, скорее всего, да? Ага. Тогда несколько брать. Да. Спасибо, спасибо. Остальное там, я цветы 150. А вот эти цветы как называются? Саксофилы? А, да? Вот эти? Это саксофилы. Это живые цветы? Живые. Ну, она как сухоцвет, как будет стоять. Да, как сухоцвет. А, будет стоять как сухоцвет? Да. То есть она высохнет, так и останется? Да. Я не по 200 рублей. Да, мне нравится, симпатично очень. Так, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
Yeah, what's the